Очередь же, бараш! Как раз отдохнешь. Техника есть. Тактически подкован. Не хватает скорости. А? Кто здесь? Я фей, и вы только что спасли меня, мастерским ударом припечатав злого волшебника. Я хочу отблагодарить вас и выполнить какое-нибудь ваше желание. Так, сборник стихов. Нет, ямочку на подбородке уже поздно. Я хочу быть очень быстрым. Всегда? Да нет, ну зачем же? Только в настольном теннисе. Я вас понимаю. Семь соловей, ахалай-бахалай, абра-кадабра. Возьмите этот шар, и пока вы играете им, вы будете очень быстры. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Следующий! Подавай! Работает! О, ничего себе! Получилось, получилось! Теперь я самый быстрый, самый быстрый! Я! Что происходит? Мои подачи! Я быстрый! С барашем что-то не то. У него судороги. Получилось! Самый быстрый в мире. Нам нужно доиграть партию в теннис, иначе это не прекратится. О, боже, я лежу тут уже целую вечность. Это для вас 2 дня прошло, а для меня в 10 раз больше. Давайте его развяжем. Он такой несчастный. Мы не сможем поймать его 2-й раз. Ну и пусть. Побыть мы ему тоже не можем. Вот. Ah!
По-моему, он захватил Нюшу. Последнее очко, и это должно закончиться. Бараш, ты как? Теперь нормально. А что с тобой было? Я был слишком быстрый. Не надо бояться. Даже если противник больше и сильнее, его можно победить. Потому что существуют приемчики. У всего есть слабое место. Вот если бы ты боролся с лопатой, какое у нее слабое место? Она наполовину деревянная, а наполовину железная. У нее нет слабых мест. Смотри, она неустойчива. Почему? Потому что у нее одна точка опоры. Вот тебе приемчик. Ты стоишь на двух ногах. Две точки опоры. А если потянуть, одна точка. Убираем эту. Противник повержен. А ну-ка, дай-ка. Так, нет. Сильнее, сильнее. Не получается. Наверное, я все-таки слишком тяжел для тебя. Попробуй сделать приемчик Карычу. Получилось! Получилось! О, молодец! Вы что? Вы что, с ума сошли? Ёжик, на себя! На себя ногу! Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Ёжик пытается сделать проход в ноги. Так? Именно. Так, ну, ёжик, просунь руку крошку под мышку, под мышку. Ёжик, щекотно. И на бедро его, на бедро. Да я пробую. Попробуй на другое. Ничего у меня не получится. Ёжик, возможно, у тебя не получается, потому что я знаю, какой прием ты хочешь применить, и готов к нему. А вон идет наш друг Пин, и он даже не догадывается, что его кто-то хочет бросить через бедро. Давай. Стоять! Я давно за ними наблюдаю.
Еще мгновение, и ты был бы на земле. А они бы кричали: «Молодец!» Что здесь происходит? Ёжик, нужно объяснить. Вот. И что это? Чудище появляется в темноте из шкафа ёжика. Видишь, само оно большое, а ноги выглядят слабыми. Я вот и думаю, что нужно или подсечку делать, или проход в ноги. Подсечку? Чудищу? Вы серьезно? А что? Мельницу надо делать. И на болевой. Сдаюсь. Чистая победа! Ура! У меня попадать. Не моя, наверное, игра. Баскетбол. Иди сюда. Ну-ка, попрыгай. Выше. Еще выше. А теперь впихни мяч в кольцо. Так и делай. Открыт! Молодец! Так держать! Зону держи! А? Что? Тайм-аут! Тайм-аут! Не пущайте его к кольцу, слышите? Не пущайте любой ценой! Я школа! Не пущайте! Открыть! Судья! Штрафной! Thank you.
косой. Просто не пущайте его к кольцу. Пусть бьет штрафные сколько хочет. Лови! Это не игра, так нельзя. Дай мне, мне, дай мне. Да. Тайм-аут. Почему ты его пустил, а? Почему не фалил? У меня уже 4 фола. Еще один, и я сяду на скамейку. А у тебя? Тоже 4. 3. Один-то раз смогу его остановить. А потом чего? Если мы будем в меньшинстве, они нас быстро догонят. У нас замена! Я выхожу. Это спорт, тут уметь попадать надо. Нет! Дай мне! Пас! Тебе уже никто не пасует, потому что между кольцом и тобой нахожусь я. Копатыч, ну хватит уже! Самому не противно? 10 секунд до конца. Ну, давай, последний бросок. Если попадешь, я съем свою шляпу. Бросай. Не обязательно уметь все. Иногда достаточно сделать совсем немногое. Чего? Тебе с горчицей или хреном? Угол у тебя просто идеальный. А вот в кресте могут оценку снизить. Я занимаюсь гимнастикой ради здоровья. Оценки меня, честно говоря, не слишком волнуют. Но в соревнованиях-то ты будешь участвовать? Буду, но не ради оценок и призов. Ух. А так, для себя. А ты? Я тоже буду. И тоже не ради оценок и призов. И даже не ради выхода на городские соревнования. Тоже для себя. Для здоровья. Yeah.
хорошо, что вы заметили. Да, конечно. 6,9? Почему 6,9? Он же все чисто сделал. Сложность невысокая. Как это невысокая? Элемент группы D. Два элемента группы C. Какая еще нужна сложность? Сделали переоценку. Многим силовым элементам оценку понизили, а маховым элементам наоборот. Повысили. Сейчас махи в моде. А у Копатыча одни силовые элементы. Махов совсем нет. Карыч, давайте. Ваша очередь. Я не буду выступать. Дружище, не глупи. Ну подумаешь. Да ничего не подумаешь. Я не согласен с новыми оценками. И вообще, я делаю это ради здоровья. А в-третьих, махов у меня тоже нет. О! Решил добавить махи в программу. Да, но исключительно ради здоровья, для себя. Махи хорошо разгоняют кровь в организме. Да, я тоже решил больше уделять внимание махам. Ведь они не менее полезны для здоровья, чем силовые элементы. И неправильно, что мы ими пренебрегали. Совершенно с тобой согласен. И вообще, кольца – удивительный снаряд. Что на них ни делай, все полезно для здоровья. А вот взять, к примеру, опорный прыжок. Разве можно про него такое сказать? Нет, для здоровья его вообще лучше не делать. Поэтому мы его и не делаем, потому что он не так полезен для здоровья, как кольца. А ты в соревнованиях будешь участвовать? Да, но так, для себя. Я же ради здоровья занимаюсь. Я тоже не ради призов или выхода на городской турнир. Тем более, что всего одно место. Как? Одно. Было же два. Да, но сообщили, что от нас теперь будет одно. Они издеваются над нами. И так занимаешься только ради здоровья, а тебе всякие палки в кольца, в колеса суют. Давай так, пусть победит сильнейший. А тот, кто проиграет и не поедет на городской турнир, не будет сильно расстраиваться. Ведь все равно мы занимаемся ради здоровья. Конечно. А ты не знаешь, оценки сложности не меняли? Будешь усложнять программу? Не для того, чтобы выиграть, а так, для себя. Для здоровья? Да. Ты только посмотри. У нас на такое здоровья не хватит. Кажется, понятно, кто поедет на городской турнир. И, кстати, для опорного прыжка у нас два места, как и раньше. Да, точно! Что мы с этими кольцами? Нужно пробовать что-то новое! Кажется, оба места уже заняты. Брусья. Обожаю брусья. Кстати, очень полезно для здоровья. Побежали, пока никто не занял. Ах!
Ну ты даешь. Тяжесть же несусветная. Спину не надорвешь. Если делать правильно, то укрепишь. Как ты это делаешь? Попробуй. Ту-ту. Ух. К большому весу надо подходить постепенно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бодри, бодри. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще, еще. Не могу. Можешь, можешь. Ой, грехи наши тяжкие. В следующий раз легче будет. Втянешься. Мышцы привыкнут, а мы вес увеличим. Они опять привыкнут, а мы опять увеличим. До бесконечности, что ли? Нет. Когда-нибудь наступает плато. Что наступает? Плато. Представь, что ты поднимаешься в гору. Все выше, выше, выше. И вдруг выходишь на ровное плато. И выше уже никак. А ты уже на плато? Я спрашиваю, ты уже на плато? Да. Вон вес, который я уже 2 года не могу взять. Ничего не помогает. Застрял. Плато. Эй! Ножку выше. Раз, два. Ножку выше. Раз. Спинку, спинку держим. Не горбся, не горбся. Раз, два. Раз. Два. Не халтурим. Не могу больше. Кажется, у меня плато. Какое плато? До него еще шпарить и шпарить. Но пасаран. Копатыч, ты что, проспал? Идешь на тренировку-то? Что-то я приболел немного. Потренируйся без меня. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ой. Раз, два. Раз, два. Да что же это? Не халтурим, не халтурим. Да! Thank you.
Я столько не выжму. А ты не смотри. Я знаю, что не выжму. Я еще не подошел к этому весу. Давай, давай. Не могу. Я же говорил, что не смогу. Если б делал правильно, смог бы. Смотри. Понял? Вот и все. Ты сделал это. Что? Ты взял вес, который не мог выжать 2 года. Да? Ну и как? Хорошо. My life.